Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, наша команда вышла в более высокий дивизион. Я нас всех с этим поздравляю. Монеты, самоцветы, отлично, просто шикарно, превосходно. Я тоже согласен, что это было действительно превосходно. Так, открываем сундук. Так, денежка. Готово. Так, бесплатные. Бесплатно я, наверное, посмотрю в конце уже. В конце видосика. Так, здесь. А почему понял. Попрыгунчик, ладно. Ребята, а кто сказал, что надо нажимать? Давай я выберу вот этот транспорт. Кто-то мне сказал, что газ и тормоз, и все будет окей. Я нажимал, ничего там окейного я не нашел. Как не было прыжков, так прыжков и не осталось. А тут-то че я? Не могу понять. Меня догоняют, друзья мои. Спурки или кто там, я не могу понять. Ой, грязь. Вот тут вот главное. А чё, горючее-то кончается? Эй! Кончилось топливо, мне пишут. Здесь выберите. На мотоцикле? Вау! Ты серьезно? Ой, ребят, это смех. Короче. А что, все, у меня больше ничего нету. Пропустил я эту. Да. Ну, я так понял, сюда надо ехать, когда у тебя все прокачанные машины. Так, Артем вступил в команду. Армения вступил в команду. Ебой, я на орлике, еще и двигатель прокачал по максималке. Это, конечно, круто. Ну что, мы с тобой идем на кубки. А можно это все открыть. Попробуем заработать с тобой вот эти вот 30 деталей. Давай. Так, у нас денег достаточно, да? Мы можем с тобой... Все втюхиваем в нашу ролейку. Ну а ехать я, естественно, буду. Так, бесплатно на мотоцикле. Не, этот байк, конечно, это насмешил меня. Ехать я, конечно же, буду на нашем супер-пупер дизеле. Давай, родной. Ой. Да твою ж налево, вода эта. Полетели. Я вижу, я же вижу, что супостаты там. Е-е-е-бой, давай, правильно, е-бой. Так и должно быть, ребят, все по красоте. Ну, гонять мы будем с тобой здесь до упору. Поехали. Бустанулся? Шикар. Оу, щет, меня, по-моему, сейчас, ребят, тут. Да, ну посмотрим. Да не, я должен тут выиграть, да, друзья мои? Конечно же, все получается. Прекрасно. Ну давай, new record. Вот и new record. Перелетает в воду. Вон, видишь, какой этой красной машины получается замечательно перелетать в воду. Вот надо так же нам было. Латвиан какой-то. Герой! Герой, иди отсюда, а? У-у-у, и прям на финиш. Бабах! Четко? Четко, ребят. Просто круто. Замечательно. Первое место. 9 этих. Фьюх, 30 деталей. Так, ладно. Давай, наверное, я все-таки
Быстренько просмотрю все эти сундуки. Здесь у нас деньги, понятно все. Так, ну что, друзья мои, пооткрывал я все эти сундуки. Один остался. Так, ну а мы продолжаем. Горный кубок. Горный кубок. Ага, турбо. Все, 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 ребят, все деньги сливаем на ролейку. Пошли. Хотя я вроде бы хотел докачать же все-таки. Тихо. Блин, ну вот это вот опасно, конечно. Так, секунду, секунду, секунду. Да, блин, хотел врезаться. Я хотел врезаться, чтобы сюда, передом, и упасть. Ну, видишь, у меня ничего не вышло. Понижение, конечно. Ничего, еще шахты. Ну, поехали в шахты, хорошо. Поехали в шахты. Давай вот без вот этих вот. Мне вот эта машина просто поражает, ребят, своей вот этой вот, что она может по потолку ездить. Вообще, у нее колеса там как хочешь крутятся. Поехали. Дальше. Видел, как он стартует? Так, это бесполезно, ребят. Упс. Давай, 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 поехали. Твою же душу, а? Зачем, зачем? Ну, этот раз, это трындец, ребят. Этот нас там обогнал. Я понял. Последний. Короче, тут, ребята, опять откат. Вот тебе и покатались. Еще нет? А что дальше мне не откинули, интересно. О, давай-ка вот здесь посмотрим. Так, там какой-то супер... А, КМ, что ли, опять? Или мне кажется? Не? Он тихонько, чтобы специально так сделал? Иди-ка ты знаешь куда. Ты смотри, какой жук, а? Да какой горючий-то качай, вы чё? Тут одна трасса, да? Ну, одна. Да нету тут горючего-то, ё-моё. 43 метра до следующего горючего, куда? Топливо кончилось, прикинь. У меня нет слов, ребят. Да что за трассы-то паршивые-то такие идут, а? Терпеть их не могу. Ну, естественно, залетаем. Нифига там. Бигфут какой-то едет. Ну, поверху так поверху. Еще и в конце самый последний приехал. Молодец. Не надо только вот об этом... Да, на меня нагоняет этот электромобиль. Да вот дудки тебе. Размечтался там, доктор Нога. Никаких этих.
Опять этот. Ой, это что такое, ребят? Это что? Ну и все. Все, ребят, я приплыл, кажись. Чертова черепаха, вот это вот. Который раз я уже на этой трассе все время, ребята, переворачиваюсь. Ладно, еще пока не все потеряно. Не надо тут выпендриваться. Давай аккуратненько. Так. Да что? Я же вроде специально хотел, чтобы... И я все равно первый, но это что-то, ребята, не то. Они что-то попутали. Как ты можешь первым быть? Кубок ледника. Кубок, блин, ледника. Да этот Хума уйдет сегодня или нет? Смотри, что он вдряет. Катается, как я не знаю кто. Я первый, я первый! Ху. Ну и трасса, я тебе скажу. Так, давай далее. Это, наверное, единственный конкурент, который тут... Ага, я помню. Давай, давай, ломайте. Ломайте, ломайте. Ломайте, говорю, мне эту. Пока не последний, ребят, пока не последний. И шиша не видно. Вторым. Вторым приехал, ладно. А по итогу первым. Так, можно их сразу открыть? Ну что, едем дальше. Песок в купальнике. Вот так вот. Что? Это что было сейчас? Я врезался в какой-то домик? Я просто, ребята, честно говоря, не особо понял, что там было. Там еще и финты успевает делать, да? Обалдеть, мне взбесило, конечно, то, что первая моя гонка была просто врезался в дом. Понимаешь? Блин, вот эти вот подъемы. Опять ролейка там первым. Трындец, блин. Этот дизель пока, блин, заедет на эту гору, блин, 30 лет, блин, пройдет. Понятно, короче, все. Не знаю, ребят, мне уже хочется какой-то... Даже не дизель, а какой-нибудь... Ну, они правильно, они взяли здесь баги. Они предназначены для песка. Третье место. Блин, все равно назад меня откинуло. Так, воскресный чемпион. Воскресный чемпион. Это что у нас? О! Вот это, по-моему, для меня, ребята, трасса.
естественно, начинается вот это вот трихомудие. Юху! Первый. Да, эта трасса для меня попрямёхонькой. Как надо, едет. Давай дальше. Эти лужи, багги здесь вообще не котируются. Супер дизель, да, супер дизель тут реально рулит. Но именно вот на этой трассе. А этому пофиг, ребята, видите, он что так ехать может, что так, ему по барабану. То есть ему подтолки вообще не страшны этой машине. Она... О-о-о-о, я помню, 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 ребят. Лучше занять, я не знаю, третье место, чем разбиться. Но... Ну вот как они так делают? Ну смотри, ты едешь, ну и успей притормозить здесь. Конечно же не получится. Либо заезжать туда, либо разбиваться. Ну что у меня и получается, постоянно разбиваюсь. Кстати, 4 гонки здесь почему-то. Даже немножко удивлен. Так, тут, наверное, будут горы еще, не? Ну, не горы, я имею в виду эти тоннели. Или не будет тут? Не, наверное, не будет. Кто-то мне писал в комментариях, что вообще эту тачку не покупал и не катался на ней. Я не спорю, друзья мои. Вы можете не кататься и не брать. Я тоже много на каких машинах не катался, не ездил и даже не пробовал. Так, столичный кубок. Я думаю, что... Что дизель будет здесь в самый раз. Такс. Кто-то меня там... Так, вот здесь надо аккуратно, друзья. Тут на вылете. И финиш. Какой-то мото там хотел меня догнать. Но не тут-то было. Никакому моту меня не обогнать. Ну, пришлось вот так вот брать, ребята. А что делать-то? Заедем. Фига он на этой малютке, прикинь. Оу! Так и хотел матернуться, вот серьезно тебе говорю. Это что за... Просто взяла, перевернулась. Просто взяла фиговина и перевернулась. И я вообще поехал. Черт знает вообще куда поехал. Что там, подпрыгивает что ли, не могу понять. Этот малыш, он едет. На прыжках там что ли? Орудует. Я специально так сделал. Ха! Чувак разбился. Тихо! Тю! Оп! Пошел. Какое место у меня по итогу? Первое. Трешуем, друзья мои. Просто трешуем. Так. Ну, тут понятно. Копейки нам какие-то дают. Это что у нас там? 38 тысяч. Твою налево, это же этот
парк аттракционов, или как он там называется-то? Да, ребята. Я офигею. А что это? Эй, я только сейчас увидел, чувак на каком-то... Что это, я даже не знаю, драндулет какой-то. Какой-то драндулет, смотри. Безответственное развлечение, точно безответственное развлечение. Тут уж не поспоришь. Такое, блин, безответственное. Так, время в воздухе. Так. Ой. Теперь мы с тобой... Опа, это еще штука подо мной там ломается. Трындец, ну и финиш, да? Первым. Первым я приехал. И последняя у нас гоночка здесь. Чопа. Ну давай, Чопа. Ой, Чопа. Тихо, вот так вот. Вот так вот голову сворачиваем. И все равно первым, ребят. Чопер на снегоходе мчится там. Первое место, ребят, первое. Эх, еще чуть-чуть надо, да? Так, магнит, ускоритель, дым. И едем с тобой дальше. Кубок колпакоступицы. Вот здесь, конечно, было бы неплохо иметь крылья. Но на моей машине такая опция не поддерживается. Опа. Автобус там загремел неплохо, да? Фига, ребята, тут на автобусах наяривают. И... Yes! Yes, контакт. Так, тут три гонки у нас получается, да? Газуем. Поддай газку, как говорится. Сразу вот эту всю трихомудию перелетаем. Куда там летим? В поднебесную куда-то. Отлично. Я сомневаюсь, что автобусы так могут лететь. И финиш. Есть. Замечательно. Ну и последняя гонка — пыльная долина. Да могут автобусы лететь, ну смотри там. Чё, как могут? И мы первые все равно. Ух, с замиранием дыхания. Зомби какой-то. О, да, друзья. 30 крыльев мы получили с тобой. 30. Так, подожди, а это? Ага, никто, ничто не хочет открываться, да, у нас? Хм. А это что такое? Это, наверное, костюм, маска какая-то. Претендент 3. О! Чё себе.
Мастер 3. Да, наверху, конечно, шикарная награда. Тут ничего не поспоришь, но... сколько у нас премиум стоит? А, премиальный пропуск 220 рублей стоит. Вот эта штука включает премиальный. А что это? Я не могу... Подписка VIP. А это что такое? Подписка VIP? 100% без рекламы, ежедневный VIP-сундук, VIP-настройки и двойные очки. Нет, пока не надо, ребят, нам до этого всего. Ну что, друзья мои, я взял 30 деталей. На этом, пожалуй, сегодня мы закончим. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!